Ну и вот. Тут он приходит, мужик у нее, Паша зовут, а ее Галь зовут. О, она сколько помнит, сколько она всего знает. Я-то, конечно, здесь приезжая. Вот, у меня мама с отцом сюда переехали. И не всегда здесь. Там жили где. Жаль, художники, молодые. Учились у ней, и здесь у них жили все лето. И они тоже там на территории, вот тут здание, столько хорошего всего нарисовали. Ну и вот. Ну вот. И нас было, у нее четверо. Мальчик умер у них, тамоша. Ага. А здесь вот отца взяли на фронт, а мы две остались с сестрой. Мне уж вот 76 лет. Ага. Вот. Отца взяли на фронт в 41-м году. А тут родилась девочка после него. Она так, и она была недоношенная. Умерла, вот не крещённая она умерла. Ну и вот, год. И вот мама сюда меня возьмет. Это ж я что, и в школу не ходила. Я тут, вот помню я, ходили мы, там корова была, тюрьма была уже. Вот, и мы ходили за этой скотиной, вот тут, помню я, дорога внизу-внизу, а здесь тюрьма, и конюшня тоже, видно, была хорошая, но свияги не было. Вот это я помню. Ну вот, а потом меня дед все время уносил к себе, здесь сестра вот жила, я не знаю, что она помнит. Они с мамой здесь остались, отца взяли, значит, и вот он нам прислал письмо, 7-го писал. Августа, еда перед боем, так написано было. А в октябре прислали уже без вести пропавший. Ну вот и все. И я отца чуть помню. Один раз вот он во сне он мне приснился. Молодой такой, молодой, симпатичный. Вот, и мама у меня красивая была. Да, боже, избавь, пешком шли. Да в лаптях тогда оба деды.
А сейчас все растоптали, одни дороги, вода пылища, а враги уже делаются. А в то время берегали. Ну, как сказать вам, вон как круто, рекой все лилось туда вниз. Ну, как сказать вам, непроходимый лес. И внизу, вот перед тем, как Куйбышевскую ГЭС открыт, там вы пилили, сюда людей присылали, сколько... Думский лес там считался. Дубья такие огромные. Боялись чуть-чуть ли дышать. Боялись там, убегали ведь. Да, страшно было. Вот это я помню. А там есть улица такая решка. Сейчас ее совсем не так все разлилось. Ой, горная река. А он... Только что прошел ледоход, вода-то шпарит, река и река горная, шум столько. Он меня взял сюда на корточки посадил, я, знаешь, сижу, лапти мне дал, а сам ведь босиком по такой ледяной воде шел. Там, видно, женщину ставили, сельсовет, наверное. Она предупреждала, где идти. Валуны такие, скользкие. Вот я помню, она все кричала, где надо обойти, иначе смой. Страшно. Страшно, ладно, я... Носится по острову. Я говорю, ты зачем? Говорит, вообще не нужно. Он говорит, ну, спасать надо, я же не понял, говорит, что там происходит. Слуху никого нету, и там еще вот это, ну, да, когда есть вот эта какая-то строгость и красота, это настолько здорово.